На стадионе Туймаада в Якутске прошли соревнования по перетягиванию каната на Кубок Федерации профсоюзов Якутии. 16 команд боролись за звание сильнейшей. Кто ей стал, расскажет Василий Посельский. Единый день сдачи всероссийских нормативов ГТО превратился в настоящий праздник физической культуры и спорта. Разыгрывался и переходящий Кубок Федерации профсоюзов Республики по перетягиванию каната. Здесь стоят сборные команды от отраслевых профсоюзов. Я хочу пожелать, конечно же, вот самый подходящий вот призыв. Пусть победит сильнейший. Действительно, здесь только сильнейшие и победят. Пусть победит самая дружная команда с открытием соревнований. Как на подбор крепкие, веселые ребята из трудовых коллективов столицы стремились не подводить своих болельщиков. По настроенности и подготовленности команд было видно, выиграть хотели все. В каждой команде солидно смотрелись тяжеловесы. Любо было смотреть на состязание силачей. Призерами стали команды связистов и профзолота, а сильнейшие оказались баскетболистки. Профессиональная работа. Тянем канаты на своих соревнованиях местных, флотских соревнованиях. На день речника тянем, на спартакиадах своих тянем. И так в работе тянем. Железные троса, пропиленовые канаты, любые. Команде победительницы вручен переходящий Большой Кубок Федерации профсоюзов. Призеры награждены памятными медалями, дипломами, подарочными сертификатами. Соревнования ставили море эмоций, приятных впечатлений. Василий Посельский, НВК Саха, Якутск.